Глава региона отметил, кубанское казачье войско должно быть не только самым сильным в стране, но еще и экономически самостоятельным, а для этого нужно зарабатывать, искать точки роста. Сегодня кубанское казачье войско не то, которое было 10 лет назад. Другие обороты, другие высоты, другая интеграция в реальную жизнь региона. Сегодня вы везде. Вы с властью, и власть сегодня с вами. Поэтому не воспользоваться этим нельзя. Никогда казачество не станет реальной силой в этом крае, если не будет принимать участие в экономическом обороте региона. Если не будет принимать участие в экономике той земли, на которой живет. Собственная экономика, которая должна быть создана вашими руками. Потому что сегодня любая идеология должна подтверждаться сильной экономикой. Николай Александрович, прошу здесь поддержки, пусть районные казачьи общества подготовят ряд инвестиционных проектов, каждое. Хотят сельхозпереработку, пусть предлагают. Хотят казачьи рынки. На совет атаманов в столицу Кубани приехали более 500 человек со всего края. Это руководители казачьих обществ, директора кадетских школ, атаманы районов. В таком расширенном составе в этом году они собрались впервые.